Пневматический растворосмесительный насос Myrtle Meister 5200. Пневматический растворосмесительный насос Myrtle Meister 5200 отличается бесспорно высоким качеством, современной технологией и высокой производительностью. Особое внимание уделено внешнему виду и системам безопасности. Максимально удобен для эксплуатации. Myrtle Meister 5200 на базе масла охлаждаемого двигателя Deutz, оборудованным компрессором Atlas Copco мощностью выработки 77 литров воздуха в секунду. Myrtle Meister 5200 разработан и создан с учетом нужд и пожеланий клиентов без сложных деталей и обеспечивает максимальное удобство при эксплуатации. Близость к баку, практичность и легкость в эксплуатации, пульт управления без электроники и просторное место для инструментов и материалов создают все условия для простоты использования. Размеры Myrtle Meister 5200. Ширина 155 см, высота 162 см, длина 450 см. Вес машины 1680 кг. За счет тщательного продуманного места для двигателя и компрессора, Myrtle Meister 5200 легко поддается обслуживанию и чистке как в эксплуатационных условиях, так и при ремонте. Легкодоступность ко всем механизмам устройства обеспечивает значительную экономию времени и ремонтных затрат. Myrtle Meister 5200 оборудован 200-литровым бункером и собственной автосмазочной системой. Новая разработка капота обеспечивает безупречное поступление воздуха с передней панели, проход его через двигатель и компрессорный блок и выброс его без какого-либо неудобства для пользователя. Смесь подается на высоту до 90 метров и до 180 метров по горизонтали. Объем топливного бака 60 литров. Myrtle Meister 5200 оснащен буксирным устройством с возможностью использования в паре с любым типом транспорта. Благодаря качественному материалу и краске отличается надежной и долговечной службой.